Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу рассмотреть подъемные ворота с вертикальной направляющей и верхним рычагом. Это так называемая бразильская система. Особо приятно то, что заказ был сделан девушкой, и девушка сделала ворота за 3 дня. 3 дня, ребята, это очень быстро. И приятно, что все получилось, все классно вышло. Она мне прислала видеоотчет, с которым я поделюсь сейчас с вами. И второе видео, ворота бразильская система, установлены во дворе. Они будут один за другим, так что, пожалуйста, смотрите до конца. Здравствуйте, Александр. Вот ворота, которые мы сделали. Таким образом поднимаются. Выйди сюда. Сейчас я зайду вовнутрь. Хочу внести некоторые комментарии. Наружная рамка, которая была 60-й профиль, заменена на 40 на 20. Внутренняя рамка вся заменена на 20 на 20. Перемычки заменены на 40 на 20 в лежачем виде. Наверху приварили мы уголок для противовеса. Ворота очень хорошо балансируют. Сбилась балансировка, по всей видимости, из-за того, что меняли профиль. Вот противовесы. Противовесы с двух сторон у нас. И, по-моему, 40 килограмм, да, взвешивали? Ну, вообще, если гайки еще добавили. Вот, ролики все. В районе 50 килограмм. Да. Все работает. Очень... Ворота легко поднимаются. Хорошо лежат в горизонте. В общем, все замечательно. Чтобы было понятно, как происходит заказ у меня на канале, для этого нужно прислать свои размеры проема, желательно фото, какой вид обшивки вы будете использовать, будет ли утепление, можно и во двор поставить, опять же, и можно в гараж. Но у бразильской системы, в отличие от Z-системы, есть обязательное требование к притолоке, то есть, если притолока будет минимально, либо вообще отсутствует, их, к сожалению, поставить невозможно. Бразильская система работает на противовесах. Можно, кстати, заменить пружинами при желании. Один из плюсов ее то, что нету нижних рычагов. То есть бывает, когда у людей очень круто, надо заехать со стороны в гараж или во двор. Бывает, что рычаги мешают. Вот. В этой системе этого нет. Чуть сложнее с автоматизацией, но в принципе все решается. Можете посмотреть мои предыдущие видео, посвященные этой системе. Там было описание бразильских приводов для этих ворот. Ну, поскольку очень дорого их все-таки сюда доставить, при желании можно, но дорого. Вот, поэтому я решил сделать свой привод аналог, который базируется на комплектующих заводских, то есть это будет привод от откатных ворот, плюс к нему будут пульты, естественно, и он будет поднимать любые ворота с вертикальной направляющей, в том числе бразильская система и ворота-книжка, которые поднимаются вверх. Потому что с ними тоже та же проблема с подъемом, с автоматизацией. Ну и так, давайте посмотрим, как происходил заказ. То есть в процессе нашей работы над заказом я делаю чертежи, расчеты, которые потом отправляю вам. И видео сопроводительное по модели. Вот эту модель я сейчас тоже покажу. И дальше уже реализация готовых ворот. Приятного просмотра. Ставим лайки, не забываем. Подписываемся на мой канал. Так, Лариса, пишу вам видео в помощь. Покажите там мастеру, чтобы было понятнее. Значит, вот эта модель ваших ворот. Вот так она выглядит. Ширина 3 метра здесь у нас. Поверху вот эта перекладина совпадает с вашей. То есть она у нас прячется сзади. И высота проема 2,20 так и остается по высоте. По бокам здесь у нас, видите, будет зашито вот этими кожухом. И внутри противовес. Вот такой
же самое. Там я открыл специально, чтобы было понятно. То есть вот эта рама сделана из швеллера полностью, все. Я ее еще чуть упростил. Короче, конструкция развивается по ходу. Поэтому ваш еще проще собирать будет. Вверху вот этой балки верхней, это швеллер перевернутый. Здесь внутри устроены держатель для шкивов. Шкива теперь ставлю 2. На всякий случай, потому что тут меня критиковали некоторые, что мол, защита от обрыва какая, вдруг трос оборвался. Ну, 2 троса оборвать, это уже я не знаю, как надо постараться. Поэтому хотите, ставьте 2, хотите 1. Ну, я вот поставил 2, мне так спокойнее. И получается, трос идет, закреплен сюда на противовесе, перекидывается через шкивы, через вот эти отверстия. И идет туда вниз, вот сюда на ось. Здесь на оси тоже втулочка специальная для крепления двух тросов. То есть, чтобы оно все было надежно, мне так спокойнее, короче, да. Сзади мы видим вот этот вал синхронизирующий. Тоже одни вот поставили ребята, другие не поставили. Говорит, разницы особо и не заметили. Ну, типа, меньше трения. То есть, ну, на больших воротах, возможно, действительно оно надо. Но ваши небольшие, так что при желании его можно забрать и поставить сюда. Вот такой же кронштейн, как на воротах, ставите его вот сюда, и получается вот этот рычаг, просто он автономно будет, без связи вот этой вот, без этого вала. То есть на скорость это как бы не влияет. Так, дальше. Вот тут внизу, сейчас я все по раме расскажу, внизу вот это временный порог штана, она просто служит для связи вертикалей, потому что иначе оно будет все гулять по сторонам. Когда вы установите в проем, вы его просто демонтируете, срежете и все. Вот это вот мы видим направляющие для ролика, для ворот. Сейчас я покажу, как это срабатывает. Вот сейчас у нас ворота закрыты. Так, а вот мы их открываем. Вот 10 градусов, допустим, видите? Допустим, 50 градусов. И вот тут вот, обратите внимание, сейчас с этой стороны покажу. Вот здесь идет втулка, внутри ворот вварена, в нее вставляется ось ворот. На эту ось запрессован подшипник, вот этот вот, и вот эта втулочка для крепления тросов. Подшипник скользит вдоль вот этих направляющих из трубы 30 на 15, вот она, это, вот, видите, приварены. Вот таким образом. И трос идет вот отсюда, вот туда вверх на шкивы. Вот таким образом это работает. Так, сейчас открываю их максимально на 90 градусов. Все, вот они открыты. Вот так это будет выглядеть. Вот, видите? Внутри воротина теперь по воротине. Видите, она с двух труб 60 на 30 и 50 на 25. Получается вот эта полочка, что я говорю, и сюда вовнутрь станет профнастил. Он будет вровень с вот этой рамкой. То есть ничего, никаких щелей не будет, все будет закрыто. Вот. Так намного жестче получается и удобнее делать. Противовесы. У меня здесь использованы 100 на 100 квадрат, длина 60. Для экономии рекомендую, очень рекомендую, на вторчермете, на металлоломе найти либо пластины, либо какие-то рельсы. Ну, в общем, что-то такое вот по вот такому объему собрать, его дешевле взять. Можно, в принципе, взять, допустим, бетон, но учитывайте, что тогда противовес будет в 3 раза объемнее, чем вот это, что есть. То есть лучше металл. Просто обрезки металла какого-то. Оно будет компактнее. Можно короб просто сварить, да, скажем, метровый. И в него накидать металл. Вот таким образом. Так, вроде все, что хотел, показал. Если будут какие-то вопросы, пишите, звоните. Ага, вот тут разрыв специальный в направляющих. Это для того, чтобы ворота, когда вы будете монтировать, его завести. Вот сюда подшипник заводится вовнутрь и поднимается вверх. Ну вот так. Следующие ворота, бразильская система, установлена уже во дворе в качестве въездных. Вот посмотрите еще такой вариант. Здравствуйте, Александр. В общем, как вы просили, снимаю видео после монтажа ворот. Что мы изменили от ваших чертежей? Мы убрали центрующий вал. Заменили его на крепление к каждому рычагу отдельное, просто через болт. Грузы мы спарили в один груз, потому что если их делать на каждую сторону раздельно, тогда оно несинхронно поднимает ворота. Если сделать их спаренные в один, тогда ворота поднимаются нормально, ровно. Сами ворота
В общем, ворота открываются легко, но не одним пальчиком, но рукой открыть можно. Поехали.